померила. Ага. Вы как думаете, мне идет или нет? Так же. Сейчас поедем, посмотрим. Как вы думаете, что я куплю? Напишите в комментариях. Попробуйте угадать. Это цены, да? 29, 49. Ага, да. Ага. Магазин красного. Ага. Да, это для свадьбы. Ага. У тебя еще такого пиджака нет. У тебя все розовое, а это, видишь, фиолетовое. Тут 20 юаней решил. Да, 19. Это домашнее, да? Ага. Ну, тут за 500 юаней много чего можно купить. Не только одну вещь, правда, ага, же, да? А, ну... Ну, мне подходит такое, да. Нравится, да. Прикольно. Через 10 на 20? Да. Да, померим. Как вы думаете, мне такая рубашка подходит? Сейчас буду мерить. Посмотрим. 50. 20, да. Ошиблась я на мои цифры. Идеар, вот я так же. Померила. Вы как думаете, мне идет или нет? Я такие возьму, может, мало ли мне надо будет когда-нибудь. Посмотрите, мне идет или нет, как вы думаете? Мама, а ты посмотри. Так у меня же есть платье, я на мне купила. Так что тебе хорошо. А я хожу в платье куда-то. 35 юаней, недорого. Ну, давайте померим. Только мне нормально такая? Да, нормально. Небольшая? Мне кажется, мне хорошо, да, таким цветом? Так а что она там кричит сильно? Она кричит 30 юань 2. А, да? Ага. Так надо пойти посмотреть. Да, побежали. Ну, давай побежали тогда. Ага. Побежали. На кого сейчас лягла? Сейчас почему сейчас лягла? Сегодня. 20 юаней за две вещи. А такие цветные Украина продает? Наверное, я на базары не хожу, поэтому я не сильно. Это, наверное, скорее китайский стиль. О, это нормально, да? Что тебе можно взять? Как ты любишь зеленое? Да, тебе подходит. Еще розовый, да, розовый. 15 юаней, мама. Так, Ваня за 15 не даст, еще надо взять. Ну, еще все равно. Слушай, это зеленое другое. Мне кажется, вот это зеленое. Да, я слышу, да. Смотри. Какая лучше? Мне кажется, даже... Это зеленая лучше, да. Вот это лучше? Да, это лучше. Мама. Да. Вот это. Да, поговори с ним, чтобы он нам дешевле. Пусть сделает скидку, потому что ты три вещи берешь. Я померяю просто. Ну как? Красивая? Да, какой мне подходит? Этот или этот? Какой лучше? Ой, Яна, а ты не хочешь себе вот такое вот, да, симпатичное? Мама, как я в это должна влезть? Это же детское. Смотрите, мы за 300 юаней купили кучу всего. Вот, ну очень большой этот рынок, мы уже так устали, поэтому сейчас пойдем попьем кофе. Может быть, потом вернемся, тут ли у нас силы еще. Поменьше, поменьше.
Так красивые, но слишком узкие, мне кажется. Ты за чё чудо на? Она спрашивает, вы турист или тут живу? Нет, с ним живем. Это я и жена, это две дочери. Ага. Ты красива. Ничего вроде, да? Да, нормально, удобно. Так много сегодня накупили, сейчас уже будем идти домой. Ну вот, накупили, моему зятю кошелек облегчили. Вот смотрите, я выбирала вот эту рубашку, ее тоже взяла. Еще взяли мы такое платье. Ну, такое легкое, тоже недорого стоило. И еще такую обувь взяли, две пары таких. В общем, такие две пары обуви. Что-то мне захотелось не черное, хотя обычно. Ну, поменять стиль. Да. Да. В этот раз я захотела другой цвет, другие цвета уже. Мы купили еще так дешево эти пары обуви, и мне кажется, качественные. Вот нигде нету ни клея, не видно, ничего, и тоже мягкие очень. Поэтому в Китае, конечно, это огромный плюс, что можно покупать недорогую одежду, но найти качественную, действительно. Ну что, вы угадали, что я купила? Напишите в комментариях. До встречи в следующих видео. Bye-bye!